Представители орловских ветеранских организаций выступают за поправки к Конституции России. Напомню, проголосовать за ряд конституционных новаций предлагается уже в период с 25 по 30 июня. А общероссийским днем голосования назначена среда 1 июля. Россиянам предложено, кроме прочего, определить, быть ли так называемым социальным поправкам. С развалом Советского Союза Россия взяла на себя функции правопреемника. Изменялись отношения между государствами, конечно, изменялись отношения и между людьми. Рыночная экономика, существующая в нашей стране, не отвечала требованиям социальной защиты нашего населения. И, естественно, возникла необходимость сделать изменения, внести поправку в нашу Конституцию. Поправки были предложены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и долгое время обсуждались в нашей стране на разных уровнях. Естественно, те поправки, которые сейчас, за которые мы будем голосовать, они совершенно актуальны. Они делают нашу Конституцию более социально направленной, а значит, эта Конституция для нашего народа, то и для нас.